Прошлым летом жители многоквартирных домов на Школьной и Московской улицах встречались на этом же месте, чтобы решить, какой будет их новая детская площадка. Химчане просили расширить игровую зону, добавить тренажеры и столы для настольного тенниса. В администрации прислушались к просьбам. И вот, спустя полгода, комиссия в составе представителя Кабинета по благоустройству вместе с заместителем председателя Совета депутатов Алексеем Федоровым оценили качество работ по благоустройству территории. Вместе с жителями несколько раз мы встречались, планировали территорию, где разместить какие малые архитектурные формы, какие инженерные технические решения принять по благоустройству двора, чтобы всем было удобно. Ну, в результате максимум, что можно было сделать в рамках имеющейся сметы, подрядчикам было выполнено. В ходе проверки комиссия обращала внимание на состояние игрового оборудования, уборку территории, а также выслушала отзывы и новые предложения от жителей. Они попросили добавить вокруг площадки зеленых насаждений, провести коронирование старых деревьев, а также установить больше игровых элементов. Площадка замечательная, говорить даже нечего. Простор большой, но в связи с тем, что эта площадка рассчитана, может быть, не на то количество домов, которые нас окружают. И мы бы хотели, чтобы на этой площадке добавили еще что-то, качели. Эта детская площадка была установлена в рамках губернаторского проекта «Мой двор». В ходе встречи новые пожелания были учтены, и с приходом теплых дней их постараются воплотить в жизнь.